Ушла с работы ювелиром. Я работала 20 лет ювелиром на самом крупном предприятии города. Вот. Потом вдруг я написала песню. Сначала это была песня «До свидания, Питер». Она получила золотой граммофон через полгода. Это был мой первый пробный шаг, и я поняла, что я на правильном пути. Я ушла с работы, написав песню «Лебедь белая», стала на крыло и полетела на свободным художником стала. Да? И вот мои друзья мне говорили: куда ты лезешь в шоу-бизнес, там же акулы, там такой, там же все звери, там тебя съедят. Я думаю, ну ладно. Я еще посмотрю, кто кого съест. Написала на всякий случай такое для остраски стихотворение, которое назвала «Юрза». Поет в душе гитара, какая я везучая, билетик в серпентарий достался мне по случаю. С улыбкой самой милой на бокалы с ядом вынесут, и я бы проглотила бы, коль не успела выплеснуть. Под яркими софитами шурша струится золото, а фразами избитыми все кости перемолоты. Я раньше не кусалась и зла вокруг не видела, а на полу осталась вчерашней кожи выделка. Пусть я с годами копится, все испытания вынесу. Хотите познакомиться с Гюрзой шоу-бизнеса?